Али Исаев, непобежденный дагестанский боец смешанного стиля, а также бывший профессиональный борец вольного стиля. Али Исаев является чемпионом Европы по вольной борьбе, участник Олимпийских игр 2008 года, чемпион Дагестана по боевому самбо, чемпион американской организации по смешанным единоборствам PFL. Но самый пик славы Али Исаева пришелся на конец 2019 года, когда, являясь никому неизвестным бойцом, практически являясь аутсайдером турнира, Али Исаев пробился в финал турнира PFL сезон 2019 года и в финале на легендарной арене Madison Square Garden в Нью-Йорке сокрушил американца Джерада Рошелда, став чемпионом лиги PFL и заработав $1 000 000. За свою профессиональную карьеру Али Исаев провел 9 поединков и одержал 9 побед. Ну а сегодня, друзья, мы посмотрим, над какими бойцами и как одерживал все свои победы Али Исаев. Свою первую победу в профессиональном ММА Али Исаев одержал над Тимофеем Мишевым на турнире Fight Nights Global 46 29 апреля 2016 года единогласным решением судей. Вторая победа Али Исаева была одержана над Михаилом Каборгиным на турнире Fight Nights Global 53 7 октября 2016 года единогласным решением судей. Свою третью победу Али Исаев одержал над Владимиром Дайнеко на турнире Fight Nights Global 83 22 февраля 2018 года. Поединок завершился техническим нокаутом. Четвертая победа Али Исаева была одержана над Александром Гладковым на турнире Fight Nights Global 90 19 октября 2018 года нокаутом. Свою пятую и шестую победы Али Исаев одержал над Уайлдероном Истерфайном и американцем Карлом Семанатуфой на турнире PFL 3 и PFL 6 сезона 2019 года. Седьмая победа Али Исаева была одержана, к всеобщему удивлению, над экс-чемпионом ACB в тяжелом весе Денисом Гольцовым техническим нокаутом на турнире PFL 9 сезон 2019 31 октября 2019 года. Восьмая победа Али Исаева была одержана над еще одним американцем Келвином Тиллером в полуфинале турнира PFL 9 сезон 2019 единогласным решением судей.
И, наконец, крайняя, девятая победа Али Исаева была одержана в финале турнира PFL 2019 над американцем Джерардом Рошелтом 31 декабря 2019 года техническим нокаутом. Не знаю, друзья, что для вас, но лично для меня Али Исаев стал одним из открытий 2019 года в смешанных единоборствах. И я услышал про этого бойца только в этом году и благодаря лиге PFL. За 6 месяцев провести 5 профессиональных поединков в тяжелом весе на таком уровне, поверьте, друзья, это многого стоит. Ну а я, в свою очередь, желаю Али Исаеву дальнейших успехов в ММА, оставаться непобежденным бойцом и дальше радовать нас своими победами. Ну а вы, друзья, если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. Нас на канале уже 70 000 человек. Спасибо всем за просмотр. До новых встреч, друзья.